Президентский срок Путина Владимира Владимировича 2017-2024 год. Награда, ордена, медали. Едем Путин. Владимир Владимирович Путин. Прекрасно. Поздравляем. Ура! Победа! Победа! Поздравляем с выдающейся исторической инаугурацией президента России, Путина Владимира Владимировича. Это победа! Победа, успех, триумф, успех, всей триумф России, всего всей России, всего прогрессивного человечества на века! Поздравляем вас с выдающейся инаугурацией, с исторической инаугурацией Путина Владимира Владимировича. Верховный главный наш президент, Владимир Владимирович, наша Россия, наш президент, вас наша сила, права и честь! России ты мессия, ярчайшая звезда, России ты всесильна во всем, везде, всегда. На небосклоне много красивых, ярких звезд. Мы гимн поем двум президентским срокам Путина Владимира Владимировича 2012-2018-2024 года. Инаугурации многоуважаемого господина президента России Верховного командующего вооруженными силами России Владимира Владимировича Путина, самый лучший в мире тандем Владимир Владимирович Путин Дмитрий Анатольевич Медведев, высшие награды Владимира Владимировича Медведева Анатольевичу. Все высшие награды, ордена, медали всех стран, всех континентов, Нобелевские премии мира всех стран, всех фестивалей, кинофестивали, Путину Владимиру Владимировичу, Медведеву, Владимиру Владимировичу, экономики, здравоохранения, образования, спорта, культуры. Слава! Ура! Ура! Победа на века! Наша Россия! Наша Россия! Наш президент! Наш президент! Вас наша сила! Вас наша сила! Право и честь! Право и честь! Ура! Ура! Победа ура! На века! Ура! Победа на века! Великая победа на века! Прекрасно! Президент Российской Федерации Дмитрий Анатольевич Медведев. Уважаемые граждане России, дорогие друзья, вступление избранного президента в должность – это всегда начало нового этапа жизни России и ее истории. Президент является главой государства, гарантом Конституции, прав и свобод человека и гражданина, определяет основные направления внутренней и внешней политики. Последовательность государственного курса – это необходимые условия для движения России вперед. Очень важно, чтобы масштабные преобразования, которые мы проводили в предыдущие годы в экономической, социальной и политической сферах, получили дальнейшее развитие. Только так мы построим сильное демократическое государство, где торжествует закон и социальная справедливость, где обеспечена безопасность, где созданы все возможности для самореализации человека, его предпринимательских, гражданских и творческих инициатив. Именно эти задачи были приоритетными для меня на посту президента. Я работал, как и обещал, принимая присягу. Открыто и честно, в интересах людей, делая все для того, чтобы они были свободны и уверенно смотрели в будущее. Прекрасно. Прекрасно. Нам многое удалось, даже в непростой период глобального кризиса. Мы полностью выполнили наши социальные обязательства. Прекрасно. Более прекрасно того, занялись модернизацией экономики. Конечно, не все получилось,
не все задуманное удалось реализовать до конца. Но эта работа должна быть продолжена. Я в этом абсолютно уверен. Нам вместе пришлось пройти серьезное испытание. Безопасность России испытывали, как и раньше, на прочность. Нам пришлось дать отпор агрессору. И мы продолжили борьбу с терроризмом, который остается угрозой для нашей страны. Считаю одним из важных достижений, очевидных достижений, широкое участие граждан в политической жизни. Принципиально важно, что и сама власть стала более открытой для диалога и для сотрудничества. Прекрасно. Государство ведь не может эффективно работать без обратной связи с людьми, без учета тех инициатив, которые рождаются в обществе. В своей работе я руководствовался этим. Прекрасно, поздравляем. Поздравляем, ведь прекрасно. Нас объединяет стремление к общему благу, к свободе, к прогрессу. И, конечно, нас объединяет любовь к детям и к нашей стране. Ура! Прекрасно, ура! Прекрасно! Инаугурация президента Путина Владимира Владимировича. Хочу поблагодарить всех, кто поддерживал меня все эти годы. Поддерживаем. Поддерживаем. Благодарю самый лучший в мире тандем. Самый лучший в мире тандем. Путин, Владимир Владимирович, Дмитрий Анатольевич. Вы оказали мне. Ура! За вашу помощь. Прекрасно. За ваше сопереживание. За то, что мы были вместе. Прекрасно. Хочу также поблагодарить всех граждан России. Спасибо вам. Нам еще очень многое предстоит сделать. Прекрасно! Прекрасно! Возглавлять российское государство, работать для нашего народа – это великая ответственность и великая честь. И я рад, что сегодня президентом станет Владимир Владимирович Путин. Ура! Ура! Победа! Победа! Человек и сильный руководитель, которого поддерживает большинство граждан. Поддерживаем. Поддерживает вся Россия! Ура! Желаю Владимиру Владимировичу и мы Нестеру Медведке успехов в должности президента России. Прекрасно! Прекрасно! Победа! Победа! Для нашей страны, для наших людей. Прекрасно! Прекрасно. Желаем успехов! Победы! Победы! Ура! Успехов победы, победы всей России, всего человечества! Всего человечества! Россия, победа! Президенту России Путину Владимиру Владимировичу! Президенту России Путину Владимиру Владимировичу! Ура! Победа на века! В соответствии с частью 1 статьи 82 Конституции Российской Федерации, при вступлении в должность президент Российской Федерации приносит присягу, установленную Конституцией Российской Федерации. Уважаемый Владимир Владимирович, прошу вас принести присягу. Клянусь при осуществлении полномочий президента Российской Федерации уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать и защищать Конституцию Российской Федерации, защищать суверенитет и независимость, безопасность и целостность государства, верно служить народу. Прекрасно. Прекрасно. Ура! Победа! Владимир Владимирович Путин вступил в должность президента России. Поздравляем! 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 Это победа! Триумф успех всей России! Гимн звучит, да. Гимн! Моя наша держава, Россия, великая наша страна, могучая земля, великая слава, твое достояние на все времена. Славься, Отечество, наше славное. Ну, с
русских народов союз вековой, веками данная мудрость народная. Славься, страна, мы гордимся тобой. Южных морей на полярного края раскинулись наши леса и поля. Одна ты на свете, одна ты такая, хранимая Богом, родная земля. А вся отечество наше свободное, братских народов союз вековой, веками данная мудрость народная. Славься, страна, мы гордимся тобой. Руки простор для мечты и для жизни, идущие нам открывают года. Нам силы дает наша верность отчизне. Так было, так есть, и так будет всегда. Славься, отечество наше свободное, братских народов союз вековой, веками данная мудрость народная. Славься, страна, мы гордимся тобой. Прекрасно! Прекрасно. Поздравляем. Поздравляем. Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Уважаемые граждане России, дорогие друзья, вступая в должность президента Российской Федерации, понимаю всю свою ответственность перед Родиной. Ее интересы, безопасность, благополучие граждан страны всегда были и всегда останутся для меня превыше всего. Сделаю все, чтобы оправдать доверие миллионов наших граждан. Считаю смыслом всей своей жизни и своим долгом служение Отечеству, служение нашему народу, поддержка которого вдохновляет и помогает решать самые сложные и трудные задачи. Мы вместе прошли большой и сложный путь. Поверили в себя, в свои силы, укрепили страну, вернули себе достоинство великой нации. Мир увидел возрожденную Россию. И это результат усилий нашего народа. Общие напряженные работы, в которой есть личный вклад каждого. Сегодня у нас есть все для движения вперед. Для созидания. Дееспособное и развивающееся государство. Прочная экономическая и социальная база. Активное и ответственное гражданское общество. Я вижу в этом большую заслугу Дмитрия Анатольевича Медведева. Прекрасно. Его президентство обеспечило преемственность и устойчивость развития страны. Придало дополнительный импульс модернизации всех сторон нашей жизни. Впереди у него сложные и очень ответственные задачи. Я желаю ему успехов. Прекрасно. Сегодня мы вступаем в новый этап национального развития. Нам потребуется решать задачи принципиально иного уровня, иного качества и масштаба. Ближайшие годы будут определяющими для судьбы России на десятилетия вперед. И мы все должны понимать, что жизнь будущих поколений
Историческая перспектива государства и нашей нации зависит сегодня именно от нас. От реальных успехов в создании новой экономики и современных стандартов жизни. От наших усилий по сбережению народа и поддержке российских семей. От нашей настойчивости в обустройстве огромных российских пространств от Балтики до Тихого океана. От нашей способности стать лидерами и центром притяжения всей Евразии. Мы добьемся наших целей, если будем единым, сплоченным народом, если будем дорожить нашим Отечеством, укреплять российскую демократию, конституционные права и свободы, расширять участие граждан в управлении страной, в формировании национальной повестки дня. Прекрасно. Чтобы стремление каждого к лучшей жизни было воплощено в совместной работе для процветания всей страны. Мы будем опираться на прочный фундамент культурных и духовных традиций нашего многонационального народа. На нашу тысячелетнюю историю, на те ценности, которые всегда составляли нравственную основу нашей жизни. Если каждый из нас будет жить по совести, с верой и любовью к родине, к своим близким, заботиться о счастье своих детей и благополучии своих родителей. Прекрасно. Прекрасно. Мы хотим и будем жить в демократической стране, где у каждого есть свобода и простор для приложения таланта и труда, своих сил. Мы хотим и будем жить в успешной России, которую уважают в мире как надежного, открытого, честного и предсказуемого партнера. Я верю в силу наших общих целей и идеалов. Прекрасно. В силу нашей решимости преобразить страну. В силу объединенных действий граждан. В наше общее стремление к свободе, к правде, к справедливости. Поддерживаем. Поддерживаем. Мы готовы к грядущим испытаниям и грядущим свершениям. У России великая история и не менее великое будущее. И мы будем работать с верой в душе. Прекрасно. С искренними и чистыми помыслами. Поддерживаем. Поздравляем. Наша Россия, наш президент. Победа! Историческое выступление на инаугурации президента России Путина. Верховного командующего вооруженных сил России Путина Владимира Владимировича. Ура! Ура! Победа! Победа! Наша Россия! Наш президент! Вас, наша сила, право и честь! Поздравляем! Поздравляем! Это победа, триумф, успех всей России! Это великая победа, успех, триумф всей России! Наша Россия! Наш президент! Вас, наша сила, право и честь! Право и честь! Единая Россия! Славься, Россия, всегда! Поздравляем, поздравляем с инаугурацией президента России, верховного главнокомандующего вооруженными силами России Путина Владимира Владимировича. Поздравляем! Это победа! Ура! Все за два президентских срока Путина Владимира Владимировича! 2012, 2018, 2024 года! И на пост председателя правительства партии «Единой России» Медведева Дмитрия Анатольевича. Инаугурация – историческое событие. Событие, самое главное событие современной эпохи. С Днем Великой Победы! 9 мая с инаугурацией президента. Высшими наградами, орденами, медалями мы вас поздравляем. Много счастья, здоровья, Божье вам благословения. На ваши великие свершения, дела, успехи, выдающиеся достижения во всех областях, по всем номинациям, на благо победителей фестиваля, вы главные лауреаты, победители, славы и честь, фестиваля славы и честь России, высшие наградные ордена, медали.
всех стран, Единая Россия, Отечество, долг и честь. Единство, веру и славу России. Выше наградная грамота имени святых князей. Дмитрия Донского, Владимир Благочестителя Святой России, маршала Жукова. Вам, главному человеку, президенту, политику, миротворцам, защитнику, эпохи, годы, десятилетия, тысячелетия. Десятилетия, столетия, наша Россия, наш президент, вас ощутило право и честь. Путину! Ура! Ура! Победа! Победа! Единая Россия! Единая Россия! Вся страна! Все за два президентских срока! Путина Владимира Владимировича! И поздравляем вас с исторической инаугурацией президента России Путина Владимира Владимировича! И это победа! Великая победа! Триумф, успех! Всей России! И всего прогрессивного человечества! Наша Россия! Наш президент! Вас ощутила право и честь! Поздравляем с исторической инаугурацией! Самое главное, важнейшее событие на планете! Инаугурация многоуважаемого господина президента России, верховного командующего вооруженными силами России, Путина Владимира Владимировича. Наша Россия, наш президент. Вас наша сила, право и честь. Поздравляем вас с высшими наградами, орденами, медалями, фестивалями славы и честь России, госпремиями России, всех стран, всех континентов, Нобелевские премии мира, фестивали славы и честь России. Ура! Победа на века! Наша Россия, наш президент, вас наша сила, право и честь. Есть личный вклад каждого. Сегодня у нас есть все для движения вперед, для созидания, дееспособное и развивающееся государство, прочное экономическое и социальное. Будем помогать России вместе. Активное и ответственное за Россию будущее. Россия станет сильнее. Я вижу в этом большую заслугу Дмитрия Анатольевича Медведева. Его президентство обеспечило преемственность и устойчивость развития страны, придало дополнительный импульс модернизации всех сторон нашей жизни. Впереди у него сложные и очень ответственные задачи. Я желаю ему успехов. Сегодня мы вступаем в новый этап национального развития. Нам потребуется решать задачи принципиально иного уровня, иного качества и масштаба. Ближайшие годы будут определяющими для судьбы России на десятилетия вперед. И мы все должны понимать, что жизнь будущих поколений, историческая перспектива государства и нашей нации зависит сегодня именно от нас. От реальных успехов в создании новой экономики и современных стандартов жизни. От наших усилий по сбережению народа и поддержке российских семей. От нашей настойчивости в обустройстве огромных российских пространств от Балтики до Тихого океана. От нашей способности стать лидерами и центром притяжения всей Евразии. Мы добьемся наших целей, если будем единым, сплоченным народом, если будем дорожить нашим Отечеством, укреплять российскую демократию, конституционные права и свободы, расширять участие граждан в управлении страной, в формировании национальной повестки дня. Чтобы стремление каждого к лучшей жизни было воплощено в совместной работе для процветания всей страны. Мы обязательно добьемся успеха, если будем опираться на прочный фундамент культурных и духовных традиций нашего многонационального народа. На нашу тысячелетнюю историю, на те ценности, которые всегда составляли нравственную основу нашей жизни. Если каждый из нас будет жить по совести, с верой и любовью к родине, к своим близким, заботиться о счастье своих детей и благополучии своих родителей. Мы хотим и будем жить в демократической стране, где у каждого есть свобода и простор для приложения таланта и труда, своих сил. Мы хотим и будем жить в успешной России, которую уважают в мире как надежного, открытого, честного и предсказуемого партнера. Я верю в силу наших общих целей и идеалов, в силу нашей решимости преобразить страну, в силу объединенных действий граждан, в наше общее стремление к свободе, к правде, к
справедливость. Мы готовы к грядущим испытаниям и грядущим свершениям. У России великая история и не менее великое будущее. И мы будем работать с верой в душе, с искренними и чистыми помыслами. Спасибо. Вот так вот. Я тебя поздравляю с инаугурацией президента Владимира Владимировича Путина. Еще раз тебя с инаугурацией Путина поздравляю. Уважаемого господина президента России, Верховного командующего вооруженных сил России, Путина Владимировича, наша Россия, наш президент, вас наша сила, право, честь. Поздравляем вас с высшими наградами, орденами, медалями, фестивалями славы и честь России, госпремиями России, всех стран, всех континентов, Нобелевские премии мира, фестивалями славы и честь России. Ура! Победа на века! Наша Россия! Наш президент России, Верховный Главнокомандующий вооруженными силами России, Путина Владимира Владимировича! Наша Россия! Наш президент! Вас наша сила, право и честь! Поздравляем вас с высшими наградами, орденами, медалями, фестивалями славы и честь России, госпремиями России, всех стран, всех континентов, Нобелевские премии мира, фестивали славы и честь России. Ура! Победа на века! Наша Россия! Наш президент! Вас наша сила, право и честь. Уважаемый Владимир Владимирович Путин, поздравляем вас. Уважаемый Дмитрий Анатольевич Медведев Владимировича Путина, поздравляю. Уважаемый президент России, Верховный командующий вооруженными силами России Владимира Владимировича Путина, поздравляем вас с инаугурацией президента России, господина президента России, Владимира Владимировича, 2017-2024 года, и на пост председателя правительства партии «Единая Россия» Медведева Дмитрия Анатольевича. «Единая Россия, вся страна, и мы, Нестеров Метлицкий, мы поздравляем с инаугурацией президента России, Верховного командующего вооруженных сил России, Путина Владимира Владимировича, всех россиян». Владимир Владимирович Путин, высшие награды, ордена, медали, всех стран, континентов, госпремии России, Нобелевские премии России, фестивали славы и чести России, Владимиру Владимировичу Путину, Дмитрию Анатольевичу Медведеву, Людмиле Александровне, Марии Владимировне, Екатерине Владимировне, Путину, Светлане Владимировне, Илье Дмитриевичу Медведеву, Сергею Семеновичу Собянину, партии «Единая Россия», «Народный фронт», героям нашей доблестной, непобедимой армии, Пескову. Наша Россия, наш президент, вас наша сила, право и честь. Поздравляем также вас с инаугурацией президента России Путина Владимира Владимировича и с Днем Великой Победы. Наша Россия, наш президент, вас наша сила, право и честь. Путина Владимира Владимировича. Поздравляю с 76-й годовщиной со дня образования полка. Народ на! На того линейного дистанции!
Герои нашей армии, отечества сыны, гордится вами Родина во все века и дни. Великая отчизна, любимая страна, вас высший смысл жизни навеки нам дана. Великая держава, любимая страна, в ней высшая гордость, слава, для всех для нас одна. Эскадрильи, стрижей, витязей летели над Москвой. Герои на Красной площади честь отдают двум президентским срокам Путина Владимира Владимировича 2012-2018-2024 года и на пост председателя правительства партии «Единая Россия» Медведева Дмитрия Анатольевича. Российский флаг державы парит над планетой всей. Российские комплексы «Булава», «Тополя», комплексы самые лучшие в мире, космические корабли России, надежной охраной российских рубежей и патриарх московский сия Руси Кирилл, два президентских срока и инаугурацию президента России Путина Владимира Владимировича прекрасно благословил и поднес икону, преподнес Иверскую икону, историческую икону преподнес, Иверскую преподнес всему российскому народу, преподнес словам самые главные, Владимир Владимирович Путин, и дорогие, от сердца произнес, слова от сердца, все россияне счастливы, все россияне, счастливы, Владимир Владимир Николаевич, Владимир Николаевич, важнейшее историческое событие, главное событие России и всего мира на планете, инаугурация многоуважаемого господина президента России, Верховного Главнокомандующего, Вооруженных Сил России, Путина, Владимира Владимировича, Медведева, Победа на века! С днем великой победы, с инаугурацией многоуважаемого Владимировича Путина, президента России, Верховного Командующего Вооруженных Сил России, с высшими наградами, орденами, медалями, и на пост председателя правительства партии «Единой России» Медведева Дмитрия Анатольевича, с высшими наградами, орденами, медалями всех стран, всех континентов, госпремиями, славы и честь России, Нобелевские премии мира, все фестивали, кинофестивали, вам, главным героям России, планеты, самым красивым мужским людям на планете. Владимиру Владимировичу Путину, золотым голосам планеты, самым красивым мужским людям на планете, Путину Владимиру Владимировичу, Дмитрию Анатольевичу Медведеву, Людмиле Александровне, Марии Владимировне, Екатерине Владимировне Путину, Светлане Владимировне, Медведеву, Анатолию Эдуардовичу Сердюкову, Иванову, Нарышкину, Бортникову, Нарышкину, Пескову, Лакольцеву, Пескову, партия «Единая Россия», партия «Единая Россия», патриарху Кириллу, Наша Россия, наш президент, наша сила, правая честь, Россия, ты всесильна во всем, везде, всегда. На небосклоне много красивых, ярких звезд. Мы гимн поем двум президентским срокам Путина Владимира Владимировича 2012-2018-2024 года и на пост председателя правительства партии «Единая Россия» Медведева Дмитрия Анатольевича. Наша Россия, наш президент, вас наша сила, право и честь. Поздравляем, поздравляем, много счастья и здоровья, успехов, Божьего благословения.
на великие свершения, дела, успехи, во благо великой, святой, процветающей России. Всего российского народа мы вам желаем. На небосклоне много красивых, ярких звезд. Ярких звезд. Вы самые красивые, мужественные люди на планете. Лауреаты, победители по всем номинациям. Победители во всех областях. Победители во всех областях. В политике, в культуре, награды, в экономике, в литературе, политике, кино, живописи, музыке. Награды, самые музыки, яркие звезды на планете. Вам принадлежат все высшие мировые рекорды, достижения во всех областях. Во всех областях. Вашей выдающейся многогранной деятельности во благо великой, святой, процветающей России. Наша Россия, наш президент, вас наша сила, право и честь. Россия, ты мессия, ярчайшая звезда. Поздравляем, поздравляем с исторической, самой главной событием инаугурации президента России, Верховного главнокомандующего сил России, Путина Владимира Владимировича, на пост председателя правительства партии «Единая Россия» Медведева Дмитрия Анатольевича, Мнесер Медведский, Владимир Владимирович, Владимир Николаевич, Людмила Рэмбовна, Людмила Игоревна, Виктория Владимировна, Елена Петровна, Дмитрий Петрович, Виктория Владимировна, Ольга Геннадьевна, Марина, поздравляем с инаугурацией, победы 9 мая и всех ветеранов, победителей. Великой победы с высшими наградами, орденами, медалями. Слава и честь России! Наша Россия, наш президент, вас наша сила, право и честь. 2012, 2018, 2024 год. Единая Россия, вся страна. Все за два президентских срока Путина Владимира Владимировича. Единая Россия, вся страна. Все за два президентских срока Путина 2012-2024 года. И на пост исторической церемонии инаугурации президента России из двумя Путина Владимира Владимировича, два президентских срока Путину Владимиру Владимировичу 2012-2018 год. И на пост председателя правительства партии «Единая Россия» Медведева Дмитрия Анатольевича с высшими наградами, орденами, медалями фестиваля «Слава и честь России», госпремиями России, госпремиями России, Нобелевские премии мира, всех стран континентов, всех стран континентов, фестиваля «Слава и честь России», высшие наградные ордена «Единая Россия», «Отечество, долг и честь», «За единство, веру и славу России», высшие наградные грамоты имени святых князей Владимира Донского, Владимира Святителя Дмитрия Донского, маршала Жукова, вам главным героем России всей планеты, главному человеку, президенту, политикам и после года на планете, десятилетия, столетия, тысячелетия, главному президенту, политикам, Путину Владимиру Владимировичу, десятилетия, столетия, тысячелетия, Владимиру Владимировичу Путину, Дмитрию Анатольевичу Медведеву, Людмиле Александровне, Марии Владимировне, Екатерине Владимировне, Путиным, Светлане Владимировне, Илье Дмитриевичу Медведеву, вам, главному герою России всей планеты, армии, МВД, ФСБ, ГУМЧС, прокуратуры, космоса, разведки, экономики, здравоохранения, спорта. Слава! Ура! Ура! Победа на века! Ура! Победа ура! Великая победа на века! Наша Россия, наш президент, вас наша сила, право и честь! Путина Владимира Владимировича. Инаугурации президента России Путина Владимира Владимировича. Все уже подготовлено к проведению этого исторического праздника. Поздравляем президента России Путина Владимира Владимировича. Поздравляем уважаемого Владимира Владимировича Путина. Поздравляем. Два президентских срока. Поздравляем уважаемого Владимира Владимировича Путина, Дмитрия Анатольевича Медведева, всех россиян, всех героев России. Поздравляем с инаугурацией Владимира Владимировича Путина. Инаугурация президента России Владимира Владимировича Путина. Самое главное, важнейшее историческое событие на планете и во всем мире. Поздравляем с высшими наградами, орденами, медалями. Всех стран России, всех стран, всех континентов. Слава и честь России. Нобелевские премии мира. Слава и честь России.
многоуважаемого господина президента России, командующего вооруженными силами России Путина Владимира Владимировича Путина. Два президентских срока Путина. Владимира Владимировича 2012-2018 год. И на пост председателя правительства партии Единой России Медведева Дмитрия Анатольевича. Наша Россия, наш президент, вас всего права и честь. Наша Россия, наш президент, вас, наша сила, права и честь. Уважаемый Владимир Владимирович Путин, поздравляем вас, уважаемый президент России, верховный командующий вооруженными силами России Владимир Владимирович Путина, поздравляем вас с инаугурацией президента России Владимира Владимировича. И два президентских срока Путина Владимира Владимировича 2018-2024 года. И на пост председателя правительства партии Единой России Медведева Дмитрия Анатольевича. Единая Россия, вся страна. И мы, Нестеров Метлицкий, мы поздравляем с инаугурацией президента России, верховного командующего вооруженных сил России Путина Владимира Владимировича, всех россиян. Владимир Владимирович Путин, высшие награды, ордена, медали всех стран, континентов, госпремии России, Нобелевские премии России, фестивали славы и честь России, Владимиру Владимировичу Путину, Дмитрию Анатольевичу Медведеву, Людмиле Александровне, Марии Владимировне, Екатерине Владимировне, Светлане Владимировне, Илье Дмитриевичу Медведеву, Сергею Семеновичу Собянину, партии Единой России, Народный фронт, героям нашей доблестной, непобедимой армии, Пескову. Наша Россия, наш президент, вас, наша сила, право и честь. Поздравляем также вас с инаугурацией президента России Путина Владимира Владимировича и с Днем Великой Победы. Наша Россия, наш президент, вас, наша сила, право и честь. Зотову, Павлову, Сокрову, Виноградову. Сокрову, Виноградову. Спасибо. Владимир Владимирович, 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 Владимир Владимир
Я всех вас поздравляю с грядущим светом и радостным праздником Святой Пасхи. Пусть он будет таковым для всего нашего народа. Храни вас Господь. Прекрасно, прекрасно! Наша Россия, наш президент, вас наша сила, право и честь. Мы молимся за два президентских срока Путина Владимира Владимировича. 2012, 2018, 2024 год. Христос воскрес! Воистину воскрес!